Kā tev šķiet, šādi ir labi, jā? Jo šobrīd tu dzirdi savā kreisajā ausī, dzirdi latviski, kad es runāju, vai ne? Bet izņemot austiņu no kreisās ausis. Jā, tu nedzirdi neko. Un ieliekot labajā. Ты сразу слышишь, как я говорю по-русски? Ну разве это не хорошая идея, а? В левом наушнике я говорю по-латышски, да? А в правом по-русски. Так вот, меняем. Вот так это дзердика срунаю латышки. Окей. Ладно, эксперимент продолжается. Турпинам, я искать тебя. Он обас аусист, в венлайцике, где мжат, он не варит клоусить. Да ты варил стоит специально. Пара я, аустине. И если одновременно хочешь слушать в обоих наушниках видео на русском, тогда надо сделать какой-нибудь-то переходник. Чтобы был стереозвук. Ну, такой примерно, да. Может и другое. А может такое надо сделать. Ну, да. If you want to watch the video in English, you may need to enter a comment that you really, really want. Че? Ничего не понял. Jā, ja jūs vēlaties video skatīties angļu valodā, iespējams tev jāieraks komentārs, jā, ka tu ļoti, to ļoti vēlies. Colleagues who live in England, they have very great YouTube channels. Buff Rider, AIGARO and Two Lovely People. If you ask, they will definitely tell you something better in English than I do. If you think when English speaking videos are not funny, then you are wrong. I would recommend looking at Latvinian. It is supposedly in Russian, but you can laugh in English. Коллеги, которые живут в Англии, у них прекрасные каналы на YouTube Buffrider, Aigara и Two Lovely People. Если вы спросите, они обязательно вам скажут на английском что-нибудь получше, чем я. Если вы думаете, что англоязычные видео не являются смешными, то вы ошибаетесь. Я бы порекомендовал посмотреть латышский, он якобы на русском, но по-английски можно посмеяться. Латвиянин, это не латышский. Я бы порекомендовал посмотреть латвиянин. Канал на Ютубе, да, он на русском. И смешно тоже. Скуене. Это сведен с брауцей шоден. Шоден апсекую. В ближайшем районе. Дажаду, ну, обадум пагасту базнитес. Ка искатас. Шаде без скуенес базнитес. Хорошо, поехали дальше.